саженцы яблони колоновидный джин представляют собой декоративные и одновременно плодовые деревья. Насыщенный вкус плодов давно ценится садоводами-профессионалами и любителями, сладкие яблоки любят и дети, и взрослые. Дерево сорта невысокое и компактное, вырастает не выше 2 метров. А компактность дает возможность высаживать растения плотно друг к другу. Это скороплодная яблоня, которая дает урожай уже спустя пару лет после посадки. В первые 4 года урожайность всего 5 кг с одного дерева, но впоследствии она доходит до 12 кг. Плоды средние по размеру, шарообразные, ярко-красного цвета. Мякоть яблок очень ароматная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Не утрачивает своих вкусовых характеристик даже спустя полгода хранения. Крупномер джин редко поражается заболеваниями, имеет иммунитет к парше и хорошо переносит зиму в условиях средней полосы. Яблони-колоновидная джин – это многолетнее растение высотой 200 см. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблони-колоновидная джин можно отнести к группе колоновидные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает яблони-колоновидная джин в месяц май. Яблони-колоновидная джин имеет осенний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце сентябрь. Урожайность яблони-колоновидная джин около 4-15 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 80-100 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода шарообразная. Цвет плода красная. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони-колоновидная джин – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.